Всем привет! Решил протестировать на Fimi Mini Active Track. Что-то не могу вспомнить, тестировал я его до этого или нет. Так что сейчас попробуем. За машиной сначала попробуем, как он будет следить, а потом уже за человеком. Выделяем машину, нажимаем Go. Ну и все. И потихонечку начну разгоняться. Где-то километров до 30 в час разгонюсь. Посмотрим, как он будет следить. Последний я тестировал трек на Hapsan Ice. Там, конечно, он очень круто работает. Там у третьего поколения Active Track, как и на Hapsan Zina Mini SE и Pro версии, там это все работает прям супер круто. Посмотрим, как у Fimi с этим дела. Все, дрон полетел. Потихонечку разгоняюсь до 30 км в час. Да, вроде он летит. 5, ну почти 6 метров в секунду скорость. Ну, в общем, не может он догнать и начинает потихонечку терять из виду. И в итоге окончательно теряет объект. Все. Сейчас попробую подлечу и уже помедленнее возьму скорость. Там где-нибудь около там, 15-20 км в час. Выделяем, нажимаем Go, смотрим, сейчас развернусь. Так, ну пока вроде все в центре экрана держит, все хорошо, да? Так, потихонечку разворачиваемся и начинаем. Да, вот здесь я смотрю, что квадратик как-то не очень адекватно себя ведет. Какой-то он очень маленький, и решил отключить и заново выделить объект уже побольше. А то он уже теряет его прямо вплотную. Здесь отменяем. Заново выделяю уже побольше площадь. И 15 км в час поеду. Все, go, смотрим. Разгоняюсь плавненько, аккуратно, ну, понимаю, что работает здесь он не очень, что нужно как-то к этому подстроиться. Все, еду 15 км в час. Да, дрон вроде нормально летит, единственное, что все-таки потихонечку я, мне кажется, отдаляюсь от него. Мог бы и поближе он дистанцию держать. Как-то странно, он тут теряет на секунду, останавливается, потом опять находит, опять теряет. Вот как-то не очень. Но на скорости 15 км в час уже гораздо лучше. Ну, тут хотя бы он меня не потерял и как бы вот тут даже догнал. То есть он более-менее адекватно работает на маленьких скоростях. За машиной, конечно, нет, но пешком там или за велосипедом не быстро, если... Все, сейчас попробую, как он будет за человеком. Выделяем, так, побольше площадь тоже берем. Ну и все, поехали, смотрим. Обычным шагом, не бегом. Ну, вроде... Вроде более-менее в центре кадра летит. Единственное, что опять как-то далеко. Как-то непонятно. И сейчас идем ему навстречу. Также спокойно. И что мы видим? Что тут он уже не очень справляется. Да, что-то начал поворачиваться. Ну и в итоге объект все потерял полностью. Так что Active Track работает только замедленным объектом и как бы сзади. Все, спасибо за просмотр. Всем пока.